непривычно. Всем привет. Змеи ездят, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Собралась идти на море. Смотрите, какая отличная погода. Было сначала пасмурно, но я решила все-таки пойти. Ашкин ушел по делам в суд. И я решила пойти искупаться хотя бы. И сейчас я вам покажу заодно, какие у меня есть купальники. Извиняюсь, кровать еще не застелила, но просто хочу показать вам, потому что также я не снимаю себя. В общем, хочу похвастаться вам. И посмотрите, все купальники у меня черного цвета. Ну, начнем с самого моего любимого. И очень много купальников я подарила дочери. Вот, то есть у меня уже очень хорошие, качественные, брендовые купальники. Отдала дочери. Вот такой вот у меня купальник есть. Это купальник от Victoria's Secret. Посмотрите. Знаете же, что это за фирма? Вот я говорю вам, что я раньше все покупала от Victoria's Secret. У меня и пальто, и все есть. И вот посмотрите, какие красивые здесь у нее стразы. Ему знаете сколько лет? Но он как новый. Но он, знаете, очень сильно открытый такой. Ну, уже аж к ему, когда я с ним в нем, аж к меня вообще на дикие пляжи заводит. И он, короче говоря, купил мне, решил. Вот в том году у меня этот был купальник, он купил мне от турецкого бренда. Я тут эти все штучки повылазили, но он тоже качественный. Дарина фирма. Фирма Дарина. Вот такой вот купальник. У меня купальник на каждый день. А вот, посмотрите, хочу похвастаться. Это супер купальник. Я его еще не одевала. Он очень брендовый. Посмотрите, у него как идет, как платьице. Здесь велюр у него или бархат. Здесь кожаный поясок. Посмотрите, какой красивый он у меня, как платьице. Вы видите? Корсет, и вот так вот завязывается. Ага. Классный, не так ли? Очень мне нравится. На мне так классно он. Просто жалко, что не могу показать. Но не люблю я снимать себя в купальниках. Считаю, что это лишнее. Никогда не снимала себя на камеру в купальнике. Потому что считаю, что это не для всеобщего, не миллионного обозрения снимать в купальнике. Ну, можно издалека там и все. Ну, у каждого своя точка зрения. Я никого никогда не осуждаю, если вижу в купальниках. Но я себя не хочу показывать. Все и такое должен видеть близкий мужчина, но не миллион мужчин с экрана. Вот. Пошла я, короче, на море, но, естественно, одену быстро этот. Потому что я иду еще на час. Что там происходит, машина? Сегодня базар. А я себя снимаю. Смотрите, вышла я на море, друзья мои. Прохожу мимо базарчика. Машина контролирует, чтобы люди вот так не торговали. Все должно быть на базаре. Какая-то погода сегодня непонятная, то пасмурно, цены я не вижу отсюда. Меня интересует фрукт. Смотрю, бананы уже по 10 лир. Отсюда видно же. Так, еще что я вижу? В принципе, можно было пройтись посмотреть на... И не так переполнено сейчас. Видите? В общем, потом или с Ашкымом пойду, или Ашкыма отправлю. Пошла, короче, быстрее надо идти. Но еще быстрее не могу. И думала, знаете, дома, когда ходишь, подумала, все уже, а на улице по-другому. Ничего, время надо, и все будет хорошо. На улице людей нет, кого-то все повымирали. Где все люди? Люди, где вы? Люди, где вы? Вот там. Только я вижу, кто-то
Может, русская женщина? Поздороваюсь с ней. А? Тут все обросло. Буряна, да, русская. Смотрит на меня. Видите, как все травка. Какой посмотрит. Отъехала в сторону. Сделала вид, что даже отвернулась. Вы видите? Вот. Вот так вот. Вот такие вот здесь некоторые есть. Я смотрела так в глаза ей. Она вообще на ту сторону перешла. Голову задрала. Ой, как не злиться, вот скажите, блин. Ну вот, пришла я на море. Кто-то загорает там. Пусто, пусто. 31 градус. Пойду я посмотрю, какое моречко. Ой, как хочу, друзья мои, искупаться. Вот такое сегодня морешко. Сейчас я быстренько скупаюсь и буду загорать. Красота, красота. Все, я искупалась. Ножки свои искупала. И душ приняла вот в этой. Обмылась. Потому что уже море, посмотрите, грязное. Уже время 11 часов. Сюда приходить надо. 7-8, когда будет зеркально чистое. Посмотрите, как ребенка усыпляют. Вы видите? Укачивают. Люлька. Вот так в Турции укачивает ребеночка. Завернули в простынку. На этом пляже мало. Были люди вот у меня, они уже расходились. С утра сюда надо приходить. Ну вот я живу в Мизитле, друзья мои. Прямо выйти мой в сторону. Мой дом. Ну, купаюсь в районе Мизитле. Еще дальше там есть пляж, я вам показывала тоже. Все близко. Ашкин в суде, сейчас я рассказывала, позвонил, собирает все документы, чтобы подать на свою жену. Потому что двух свидетелей трудно найти. Тот, кто знает ее, общие знакомые, никто не пойдет. Никто не хочет Турции испортить свою репутацию. Поэтому вряд ли кто-то станет друг за другом. Вы знаете, что Рая мне рассказала такой случай, что она была свидетельницей драки соседей. И эта соседка взяла ее в суд и сказала: ты же слышала? Она говорит: да, я слышала. Так после этого эта соседка уехала. В другой район, наверное, переехала. А эта другая соседка на базаре встретила меня и начала меня оскорблять. Не могла забыть то, что я была свидетельницей против него. Но тут я сказала честно то, что было, и все. Так что свидетелей здесь очень трудно найти, и никто не пойдет. И вот Ашкин пошел писать встречное заявление, что она работает. Фотографии там приложу. Пускай сами разбираются. Дай Бог ему удачи. Потом придет, пойдет на базар. Ну, а я буду загорать сейчас. Позагораю чуть-чуть. Как раз такое время загара. То у меня уже загар ушел. Ну, а я буду загорать. Побелела за время моей болезни. Боже, какая благодать, вы себе не представляете. Я так хочу приехать, куда-нибудь уехать и целый день расслабиться без интернета, без ничего, без видео. Ну как без видео, скажите, вы же не два дня. Тоже интересно, как я время провожу. Вы же мои любимые друзья, подписчики и зрители моего канала.
забудьте ставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы вы сразу получали уведомления о моих новых видео. Всех люблю вас. Ну что, буду загорать. Ну что, друзья, я загоралась, накупалась уже 20 минут первого, даже поспала. А на пляже вон появились еще люди. Пошла я домой работать. Еще раз покажу вам красоту. градуса. Боже, оказывается, как жарко, когда идешь, да? В доме у меня вообще рай с сквозняками моими. Посмотрите, хоть посижу сейчас чуть-чуть в беседке, отдохну, какая красота, да? Потом пойду дальше. Сяду, посижу сейчас. Ой, ларай! Для влюбленных романтиков, смотрите, сидят там молодые люди. Влюбленные. Ой, посижу, поговорю о том, о сём. Смотрит на меня, кто такая пришла, блондинка за углом. А я за ними сейчас понаблюдаю. Решила пройтись по базару. Потому что потом показать вам сегодняшние цены. Вот видите, цены на оливки. Цены на оливки. А сейчас пойдем, где фрукты. Посмотрим, что почем. Вот так продаю тушку. Также вермишель, лаваш домашняя. Ну, Ашкем так не любит это. Уфку любит. Из него я делаю буреки. Жарко, я тоже маску не одела. Смотрите, какая, сколько винограда появилось. Черешня, абрикос. Цены не написаны. Вишня. Я хочу вишню. Вареники с вишней. Вот какие сливы огромные. Ой, виноград какой. Кабачки по 3 лиры, огурцы 2. Видите сами. Фасоли уже по 2,50 килограмм. Вот. Смотрите. Так. Дыня по 5. Арбуз не написано. Не сразу внимательные, сразу спрашивают. Смотрите, вот такие помидоры. По 2 лиры. Здесь огурцы 2,50. Здесь огурцы и потели 1 лире. Лимоны дорогие. 3 лиры это. Да. 4 лиры килограмм красного, надо сказать, Ашкем, он любит сверху. Не кадар кирас? Абла, 6 лира. 6? Абла, tadına bak, kiraz güzel. Lezzetli kiraz ama. 6 лир килограмм. Очень сладкое, говорят, пробуйте. Вот, все можно здесь пробовать. Смотрите, вот это по 5. Тут и перец по 3. В общем, надо искать. Это люблю. Нектар, вишня. Картошка 2,50. Все. В общем, такие вот цены. Туда уже не пойду. Уже туда не пойду. Все. Обзор сделала для вас. Иду домой. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.